Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как включить Pro режим на Redmi Note 10 Pro. Заходим в камеру и просто листаем в сторону. И вот, как вы можете наблюдать, включился Pro режим, где мы можем более удобно и более детально настраивать камеру именно под себя, либо же под определенное фото. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!